Друзья, ну что, ад продолжается. Животных осматривают, животных лечат. Кто-то встает на лапы, мы рассаживаем по вольерам. Кто-то по-прежнему в тяжелом состоянии. Плюс, ребята, приезжают репортеры, приезжает телевидение. Телефон раскаленный просто от звонков. И я очень благодарна людям за их поддержку и помощь, за их взаимопонимание. На наши звонки мы отвечали через час, через полчаса, через 20 минут. И вот так в течение дня мы просто это все откладывали. Привезли поздно вечером, когда уже темно было, в 9 вечера. Вот. Мы быстро разгрузили корм и сразу раздали животным, потому что двое суток, понимаете, сами тяжело терпеть. А утром, 7 утра, на нас поступил первый звонок, что собака вышла. А что случилось? Собаки упали. Вы можете посмотреть наш облик. Там страшные кадры. 14 собак погибло сразу. Около 200 козлей просто как-то душат лапами в разные стороны, подняться не могли. Мы вызвали сразу городские службы, обратились в ГБЖ города Чехова. Главврач приезжал лично и прислал бригаду врачей. То есть благодаря их помощи мы только смогли, я считаю, спасти собак. Плюс отозвались частные клиники, тоже представили своих представителей. И плюс потом приезжают волонтеры прям семьями. Именно это, я считаю, помогло спасти наших животных. Иначе бы падеж был гораздо сильнее. Кого-то капали, мы прям на тележках их вывозили, сразу возили на капельницы ставили. Я не говорю, что это целенаправленная акция и яд. Нет. Я считаю, что это халатность производителя, что что-то у них случилось и что-то просыпалось в этот корм. Возможно, руководство их не доложили об этом. И партия вышла. Но пострадали не только мы. Пострадало еще два приюта. 200 ру. Со всех сторон интервью. И врачи, которые наши из ВБЖ были, наши врачи, они сразу тоже отмели, потому что я видела, что пишут в соцсетях, я им говорила, что врачи, они говорят, правда, ботулизм, потому что они сразу сказали, нет. А на что это может быть тогда похоже? Ну, пока не знаем. Мне позвонила женщина, владелица приюта в Воронеже. У нее 2 года этим же кормом отравились тоже собаки. Она делала экспертизу, у нее, значит, превышение солей было. Она говорит, вы даже попробуйте на вкус корм, он, говорит, пересоленный. Ну, я не рискнула пробовать его. Вот. Ждем лаборатория, что скажет. Превышение солей у нее подтверждено официально. А, может, спасали? Поискололи лекарства, вот, врачи привезли, медикаторы привозили, испытали лекарства. Стандартная это была глюкоза и натрихлорид, чтобы очистить организм от токсинов. И антидот кололи, атропин кололи, омикрогил кололи, ножку кололи. То есть, сколько им удалось? Ну, вот смотрите, сейчас осталось на момент 40 собаки, которые еще не встают на лапы полностью. Кто-то уже начал передвигаться, но не полностью. 42. Было 162 где-то. Вот считайте, 120 собак, они уже сидят в своих вольерах и уже прекрасно себя чувствуют. Я вот сейчас ходила, смотрела специально, видео снимала. Мы приехали в клинику, привезли 4 самых тяжелых собак на анализы. Медпрофальянс. Значит, мы сейчас будем сдавать, через катетер набирать мочу на анализы на токсины. Так, по одной. Давай.
Это кабель. Да, сейчас сначала возьмем, потом будем заполнять сразу, чтобы не запутаться. Не писавший? А кто его знает? В машине нет. Датчик посмотрю, чтобы моча была не просто так. Так, надо перевернуть его. Хотя бы мочок ко мне лапки. Не-не-не, на бок положить, на бок. Так. Я вас не снимаю. Получается, подростки. Да, это подросток. Так, ай, держите. Держите мочу. Лапки кверху. Не за переднюю лапку, не за заднюю. Давай ты лапки кверху теперь. На спинку лапки кверху. Чтобы на спинке ровно лежал. Два. Есть? Есть. Если что, так прокол возьмем. А, это и сука тоже же. Да. Все, да. Так, сейчас. Так, подожди, сейчас когда подойдет. Я просто думал, что это кабель.
фоне нашей беды нам прислали фотографию и прозвучал звонок. Мы выезжаем, ребята, в тему нам позвонили. Лежит пес с окровавленными двумя лапами, похоже на открытый перелом. К сожалению, раньше выехать никак не могли. Не знаем, в каком состоянии собака и где она сейчас. Но едем проверить. Маркова 1. Сейчас будем смотреть, где лежит собака. Где-то здесь, но где конкретно, пока не знаем. Где-то во дворе? Или за домом, я не знаю, где. Сейчас будем искать. Маркова, дом 1 здесь. Вот это где? Где Маркова 1? Вот впереди и сзади будем осматривать. Все, выходим. Ищем. Что, девочки, мы все обошли. По двум адресам съездили, собаку не нашли. Собака передвигается. У нее сломана только одна лапа. Написали в группе, что если кто-то ее увидит, чтобы он ее проконтролировал и походил за ней. Как мы нашу, помните, девочку с домодекозом ловили? Это единственный вариант. А сейчас в темноте мы не найдем. Мы не знаем, где. Адреса противоположны друг другу. И, в общем, проехали по двум адресам, ничего не... Нашли нам сейчас, ребята помогут его погрузить, но у него кровь текет сильно с лапы. Скорее всего, вена задета. Хорошо, что ребята перетянули, но кровь сильно текет. Да это вчера было очень сильно, я уже два раза, третий раз я уже его. Да, ребята, лучше на ручках. Спасибо большое, несем. А то кровь с лапы капает. Осторожно ложите, ребят, только осторожно, пожалуйста. Положили? Положите его. Давайте я его он так добрый мальчик, да? Да, он нормальный. Хорошо. Давайте я его привяжу. Сейчас, осторожно. Кровь текет с лапы очень сильно, ребята. Именно текет. И парень говорит, что он три раза уже перевязывал. Все хорошо, маленький. Как его зовут? Рыжий. Рыжий? Хорошо. И еще девочку маленькую возьмем, стерилизуем и вернем. Ребята хорошо смотрят, кормят хорошо. Дети ласковые. Друзья, тихо, малыш, тихо. Кровь текет, лапа текет. Ребята, перелома нет 100%. Но, по-моему, вена нарушена, потому что текет. Прям по бинту текет. Едем в клинику сразу. Сразу едем в клинику. Кровь продолжает сочиться, ребята. А наркоз сделали. Сейчас уснет и будем сразу оперировать. Все, девочки, часа через два мы вернемся. Благодарю.